Социальная чума или коррупция – одна из самых глобальных проблем современного мира. Ежегодно компания Transparency International составляет рейтинг стран по уровню восприятия в ней коррупции. Индекс представляет собой оценку от 0 – максимальный уровень коррупции, до 100 – отсутствие коррупции. В пятерке наименее коррумпированных стран мира находятся Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция и Швейцария. Индекс восприятия коррупции составляет здесь от 85 баллов и выше. Эти страны имеют сильную экономику, что приводит к высокому уровню жизни населения. Россия находится на 129 месте из 198 государств. В каждой стране наказание за содеянное может быть самым разным. Например, в Иране по шариату наказание предусматривает нанесение побоев, ампутацию конечностей и избиение камнями. В Северной Корее после прихода к власти Ким Чен Ына количество казней увеличилось. Первенство в мире по борьбе со взяточничеством удерживает Китай. Там даже создан специальный орган по борьбе с коррупцией. Чиновникам запретили без надобности летать за границу, дарить дорогие подарки, организовывать банкеты за государственный счет. Более того, следят даже за теми, кто ушел с госслужбы и уехал за границу. Не стоит злоупотреблять должностными полномочиями с целью получения личной выгоды. Ведь чтобы быть счастливым, человеку нужна уверенность в завтрашнем дне.